должно пойти. Угу. Эх, Лизардини сейчас увидит все. Подонок. А, кстати, тут вот это, пока их не пробьешь, к шапке не пройти, оказывается. А что они делают? Это же новые, да, фангазмы? Блин, где описание? Я вообще абсолютно не в курсе, что это за дрянь. Ну-ка, давай. Фангарма. Жилище Зиккурат. Урон 8-12, атака 12-12. Здоровье 50. На минотавров смахивает. Особенности полет. Иммунитет к магии разума. Отвечает на все атаки. Гипнотизирует. После удара накладывает на атакованный отряд заклинания гипноз продвинутый. Тогда пусть, блин, жестко. Охренеть. Вот же жесть какая. Это что, это чтобы им починить ангела? Ангелов моих 5 штук нужно. 1000 хп, 25 умножная. Нет, ну 40 в стаке-то их не будет. Благо. А, какие 40, ты чё, я на нём? Ну да, 40, всё верно. 40 штук в стеке не будет, так что ангелов они точно не подчинят. А вот уток брать не стоит, наверное. 7,86. Да их и по 20 в стеке не будет, так что... На самом-то деле можно... Дендроидов тоже не подчинят. Но по этим я не дам им стрелять. Нормально, короче. Сейчас посмотрим, как пробрат туда. Тыц туда. Заодно, если что, увидим тут что у Лизардини. Некрокомпа отжал. Ну, блин, вот тут, походу, дело некрокомп этот. Я так понимаю, где-то вот тут. Скорость 6. Ну, 6 скорость, кстати, это не крится адекватно. Ну и там, правда, может быть сотка. Это не 5 уровня существа, вряд ли сотка. Хотя, блин... Ладно, увидим. Так, у Хилфорта... Какой вылью? Тысяч. Ого. Ну да. Ш-
Шарпшутерс. Ну, это, короче, вообще стрёмная Пандора. Туда даже лезть не стоит. Там и 5000 опыта даже подходит. Ну, если их 70 там с копеечками. А их, скорее всего, так и есть. Так что нафиг туда лезть не будем. Здорово, босс. Вообще привет всем ребятам, кто подходит. Статы средние, но... Ну да, я уже прочел. Ну чё, Лизардини? Едешь ты сюда, не едешь? Успеешь, не успеешь? Или, может, я воруюсь за твоей шапчанкой? Обзорочку взять и все понять. И все конечно, без конюшен, к сожалению. Нет, я не хомячил, я просто перекладывал. Шел ход. Да, это я видел, но его не видел. Да, видит он шапку, но пройти к ней далековато. Но он к ней явно побежит.
Так, хочу попробовать у него ее отжать, что ли? Все-таки. Надо разбиваться только отсюда. Тоже разгоняется. Пробуют его поймать на этом. Сколько у него денег? Денег у него больше всех. Пандора взял уже эту. Блин, ну он так-то не должен успеть, а я за два хода успею. То есть он сейчас, допустим, даже если сюда пробежал, на следующий ход не забирает шапку, а я у него отжимаю ее. Купил войско здесь. Ну, хрен с ним. Блин, ну а что делать, не делать? Давайте рискнем, что нам. Так, Крэк тут, я думаю, успеет взять нагашник. Ну, я на это надеюсь. Не, я не 500 за Кири отдал, я за нее 1500 отдал. Просто цвет продал подороже. Земелья, Крэк-то не так уж плох. Так, пустой. А почему я не дохожу? Почему я туда убежал? А, последний мув. Правило последнего мува. Вау. Вот это говно. Ну, он дал, вряд ли успеет, да? Ну, конечно. Гребаное правило последнего мува. Я шагнул на 100. По диагонали. Вот это косяк. Тут реально косяк. А, или вот, тут вот некропом. Ну, точняк, здесь он. Он здесь его забрал. Бля. Не, ну так-то можно и не успеть. С такими выбоинами.
делать? Что быть, как же что делать, как же быть? Крэк, кстати, не успевает ни хрена. Что? Пускай отдыхает. Но назад я уже не верну войско Кирюшин, так что только осуществление гребаного плана, только вперед. Да как ты все время сбегаешь-то, падаль? А, понятно как. Просто пиздец. Но он явно не успеет. Так, стоп, давайте посчитаем. Фионы сейчас 509 мулов. Слушайте, а может и успеет по дорожке? А может по дорожке-то и успеет? Сколько здесь? 100, 200, 350, 450. А экономится. Даже не 450, а 500. Экономится сколько? То 200. 330, да? 170 мулов всего экономится. Экономится всего 170 мулов. Мне, походу, дело не дойдет. Ай, грязь. Что это получается? У него остается в запасе где-то 260 мулов. 400. 250. Блин, говно, говно, говно. Такие надежды были на Фиону. Но отсюда до сюда за один ход Кирио, даже с разгона, наверное, не получится. Или получится. Хер бы его знал. Ладно. Да, это на 5 каупта Пандорина.
войско не забрал. Убейте меня кто-нибудь, пожалуйста. Что за пиздец-то происходит? Деньги кончились. Придется сейчас ману тратить. Да что-то я оплошал так знатно, конечно. Оплошал знатно.